И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу про полигон ZKVM, возможно, ретродроп. Так, смотрим. Полигон ZKVM — это Layer 2 решение с технологией ZK Rollups от Polygon. Риск ревард положительный, значит, делаем. Затраты на участие $50-$70 от 15 минут и ожидаемые награды — ретродроп токенов Matic. Какие есть активности? Переходим на сайт Chainlist и добавляем сеть кошелек. Переводим эфиры через официальный мост из основной сети Ethereum. Также ждем низкой цены газа, отслеживаем ее. Она, допустим, утром в воскресенье, как правило, самая низкая. Используем мост несколько раз. Желательно с большей суммой, но лучше просто использовать мост несколько раз. Также выполняем Layer 3 квесты с бриджом. Можно совершать депозиты с помощью неофициальных мостов, например, Bungie, Orbiter Finance, Seller. Оба проекта не имеют токена, так что еще из-за них можем получить ретро-дроп. Также торгуем на QuickSwap и AntFarm. И можно предоставить ликвидность на SushiSwap. И, кстати, можно даже там вообще это по 10, по $20 делать. Но я, кстати, этого еще пока не делаю. Также сами ознакомьтесь с полным списком экосистемных проектов на Polygon ZKVM. И просто выбирайте, что делать. И главное, делать чуть лучше большинства. А лучше, намного лучше большинства, главное не тратить слишком много. Как-то так. А эту информацию я узнал в Krypton Prime. У меня есть отдельное видео, где рассказываю, что такое Krypton Prime. Если кратко, то команда из более чем 20 человек отбирает проекты на рынке, все структурирует в веб-календаре, также выкладывает постоянно темки в Telegram-канал, где вы можете заработать. Все очень удобно, и в каждой темке есть гайд, уровень сложности, приоритетность, возможные награды, затраты. Если вы новичок, то это очень удобно, и даже если вы средний человек в крипте, то я думаю, это вам поможет. Купить ссылку на Krypton Prime вы сможете в описании. Ну, то есть доступ к Krypton Prime.